конечно, хотелось бы победить, но, к сожалению, на данный момент состав нашей команды не позволяет это сделать. Ну а если все регулярки, я вот 2 месяца отработал, такое ощущение, что я 2 года отработал с этим коллективом, потому что работа непочатый край, ну и результат из-за этого. Вчера вроде маленечко зацепились за результат, сегодня повели в счете, но, к сожалению, элементарные детские ошибки привели к тому, что потерпели очередное поражение. Ну, такое активное начало сегодня было, очень боевое. Вы уже, скажем так, зарядились энергией в концовке прошлого матча? Ну, здесь, как вам сказать, начали вроде, выполняли все установки на матч, бились, сражались. Второй гол забили, где-то почувствовали, что можно где-то в полсилы сыграть. Ну, а с таким соперником, как Мамонт, и в полсилы невозможно. Тем более у нас нет такого мастерства в достаточном количестве, чтобы в полсилы кого-то обыгрывать. Только когда заряжены полностью на борьбу, тогда какой-никакой есть результат. А так, ну, к сожалению, получилось очередное поражение. Ну, наверное, здесь что можно сказать? Команда «Кузнецкие медведи» — хорошая команда, у них свои задачи, у нас свои задачи. У них задача уже где-то на перспективу, да, где-то, наверное, хлопнуть дверью последние игры чемпионата. Ну, плюс есть ребята, которые с команды высшей лиги. Команда высшей лиги у них не пробилась дальше, их спустили сюда, они приехали, бились, молодцы. Что сказать по нашей команде? Мы старались, мы тоже бились, но не всегда все получается где-то у нас, да. Немножко вчера забили 3 быстрых гола, и немножко игра сломалась у нас. Очень много моментов, но не можем реализовать. Ну и индивидуально начинаем каждый одеяло тянуть на себя. Наверное, в итоге это привело к такому результату, но тем не менее победили. Это самое главное. Что сказать по сегодняшней игре? Ну, тоже, что тут говорить, как бы, нет слабых команд, все бьются, все стараются. Что там говорить, сейчас что, да, выйдут и вот они там выбросят белый флаг. Да каждый старается за свое будущее, стремится себя показать и дальше попасть во взрослый хоккей. Поэтому, как бы, независимо, какая команда бы ни была, все приезжают, все бьются. Ну, здесь надо отдать должное, ребята бились, старались, по ходу матча перестроились, ну и в итоге это принесло свой результат. Молодцы, что можно сказать, как бы. Дай бог, чтобы дальше было. Что хотелось бы там еще сказать? Ну, наверное, подводить итоги сезона еще рано, да, в плей-офф впереди, но что касается регулярного чемпионата, мы вторую половину мы прошли намного увереннее, да, чем первую. Если первую у нас там мы спотыкались и больше проигрывали, чем выигрывали, то вторая более-менее половина нам удалась, и ребята уже начали понимать то, что мы от них хотим. Уже более-менее что-то начало получаться, в итоге как бы вылился результат, и в итоге, ну, слава богу, вошли в восьмерку, заняли по итогу регулярки 7-е место. Ну, будем дальше биться. Сейчас серия с омскими ястребами. Ну, начинается все с нуля, независимо, на каком то месте закончил. Ничего это не решает. Все в наших руках. Будем биться, стараться. Будем стараться показать достойный хоккей, достойный результат. Все, что в наших силах, мы постараемся сделать. Хочется также пригласить болельщика. Приходите на домашний матч, плей-офф. Я уверен, мы постараемся вас не разочаровать.